Каждое лето мангальная зона в парке лесоводов становилась местом притяжения уфимцев. Тем не менее, площадку решили снести. Этим остались недовольны некоторые любители пожарить шашлыки. В администрации объясняют, мангальная зона была источником опасности для деревьев и отдыхающих. Мы очень много составили административных протоколов за употребление спиртных напитков. Поэтому тоже нарушения общественного порядка имели место быть. Демонтаж мангальной зоны согласовали с горожанами. Будущее парка представители власти обсуждали на встречах с людьми. После реконструкции пространства вместо нее появится пикниковая зона с беседками. В ходе обхода стройплощадки мэр Уфы Мирмавлиев поручил пригласить сюда уфимских рестораторов. Они будут готовить блюда народов мира. Пришел с собой носить, ничего не надо. Здесь мы приобрести свежие качественные продукты. Воду мы подвели, соответственно, здесь будет в соответствии со всеми сампинами готовится необходимая пища и необходимая еда. Помимо пикниковой зоны появятся спортивные и детские площадки, а также пешеходные и велодорожки. Работы по реконструкции завершены уже на 20%. Строители демонтировали асфальт, сейчас устанавливают бордюры. Также производится подготовка основания под дорожное полотно. Это все подъездные пути со стороны ВДНХ въезд, со стороны мать и дитя. А также производим выемку грунта под площадки. Строители трудятся без выходных с утра до вечера. В планах завершить работы до конца сентября. Артем Сулейманов, Марат Кашапов, вся Уфа.